И всем привет! С вами Нидерамос, мы продолжаем проходить Сайфофильтр. И у нас вершина башни некой, то есть, точнее, ну, в общем, вершина этого бункера. На крышу поднялись, в общем. Так. В общем, мне нужно отключить радар. И что-то там еще нехорошее происходит. А вот и радар. Leon, I'm on the roof. Get ready for evac. Сейчас будет жесть. Leon, I've triggered the timer and disabled the radar. I'm ready for pickup. I read you. ETA 4. No, stop! No! Dump her body. Leon? Rip out all of these controls. Leon! Logan, I'm afraid she won't be giving you a ride. Roamer. But don't worry. I was kind enough to send one of my choppers. Ага, Roamer поймал Leon и выслал нам свой вертолет. Свой чертов вертолет. Так, нужно вообще начать целиться в него хоть понемногу. Так, не тот ящик. Нам нужно сбить этого дебила. Пока он не сделает это с нами. Ага, он перешел в другой режим боя. Нашеньки себе. А, я его заставил дымиться, по-моему, уже. Так, где он выходит? Теперь он еще и мужиков не высаживает. Козлин такая. А куда он вот этого дебила высадил? Чуть не заметил. Да чтоб его. Не самая простая миссия, честно скажем. Я, по-моему, оттуда приезжает, значит, надо спрятаться вот сюда. Ну, можно и так, конечно. Так, откуда вылезаешь?
Ага, тут же. Давай, сдыхай уже. Так. Так, упал. Снова. Ну где ты? Дебилушка, а ты где? А, вон ты где. Маркинсон, Леон's been killed. I need that chopper evac now. In 10 minutes this place is gonna be a crater. Fight your way to the main gate. We'll pick you up there. Да, не очень хорошо. Очень нехорошо, я бы даже сказал, точнее. Так, таймеры на взрывчатке активированы. Теперь нам нужно быстро выбраться. Так, вертолет подоберет нас у главных ворот. Если мы доберемся вовремя. Так, нам нужно стоит поторопиться. На месте, где нас ждал Леон, нашли только горящие обломки. Ромер за это заплатит очень скоро. Три минуты всего дается на этот побег. Хотя, по сути, может, больше не надо. Отлично. Боевой дробовик дал. Так, я где? А, я... Мне здесь надо бежать? Чтоб еще и сзади. Это я ему просто помог. Он хотел убежать, я ему просто ускорение немножко дал. Отлично, боевой дробовик. Обожаю эту пушку, вот действительно. Вот хорошая пушка в таких ситуациях. Но в некоторых ситуациях лучше просто даже эту пушку не применять, а просто тупо валить. Ни хрена себе. Ни хрена себе, они дебилы. Моя цель — это главные ворота. Ух ты, вас тут! Мужики, я бы на вашем месте лучше валил отсюда, нахрен. А, не в ту сторону. Окей. Тут, по-моему, надо вот туда куда-то кинуть. И все. Мы свалили. Бедные деревья. Деревья, по-моему, здесь пострадали больше всего.
Ну, на этом такой коротенький эпизод у нас тоже подходит к концу. Мы выполнили две миссии, если я не ошибаюсь. Да, мы вертолет сбили и сбежали с базы. Ну, что ж. Потеряли Лилиан. Теперь с нами какой-то Маркинсон, по-моему. В общем, на этом я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих видео.